Вилла Синар. У меня здесь много противоречивых эмоций. Эту виллу построил больше 80 лет назад Сергей Рахманинов. Русский гений, пианист, композитор, дирижер, эмигрант. И мне кажется, что здесь, в Швейцарии, Рахманинов пытался создать себе маленький рай после того, как потерял Россию и потерял навсегда. И здесь, среди всей этой красоты, особенно остро ощущаешь тоску этого человека. Тоску по родине. Ты вообще понимаешь, что у нас здесь происходит? Кто ты здесь, что ты здесь, что тебе предстоит здесь сделать и почему? Я здесь, потому что я тоже русский пианист. Но, скорее всего, это стечение обстоятельств. Хотя мне кажется, что ничего случайного не бывает. Прежде всего, конечно, меня поразила огромная территория. И на вилле самой уже, конечно, меня поразила сама по себе атмосфера. Умиротворенная, что ли. Все выглядит так, как будто бы это только недавно оставили. Что это не какой-то музей, где огромный слой пыли, а что здесь как будто бы вот он был, ну, не так давно, уехал, и вот мы теперь можем спустя какое-то как будто бы короткое время здесь по его стопам походить. Я пытаюсь понять, где была эта скала, которую Сергей Васильевич взорвал, чтобы построить эту виллу. Но судя по всему, мы находимся за ней. Я так думаю, что это было примерно здесь, судя по этой картине. Рахманинов купил сначала участок, где находилась эта скала, в том числе, и он ее взорвал для того, чтобы сделать вот такую более-менее плоскую местность, равнинную. Я думаю, что, наверное, он хотел этот ландшафт как-то приблизить к своим воспоминаниям о России, к этим равнинным просторам. Себя прерывать. Это какой из музыкальных моментов ты сейчас играешь? Это был первый музыкальный момент в си бемоль минор, который открывает цикл музыкальный момент. Когда просто играешь отдельно мелодию, даже без аккомпанемента, у нее нету абсолютно ни начала, ни конца. Но делает эту музыку невероятно живой, невероятно разговорный. Здесь просто можно иногда местами даже целые слова, целые фразы подобрать. Например, в середине, где он использует очень теплую тональность, да, музыка резко меняет свой характер. Это уже другой характер, другой образ. Здесь просто «Я люблю тебя». И какой-то, может быть, какой-то отдельный,
отдельную фразу даже можно построить. То есть это музыка, на которую можно и слова положить, и все что угодно. Музыкальный момент Рахманинов написал действительно в довольно раннем возрасте. Ему было всего 23 года. Я исполнял музыкальный момент на вилле Рахманинова в первый раз, и это была определенная случайность, потому что на тот момент это было единственное сольное сочинение, которое я мог довольно быстро восстановить и сыграть его в концерте. И, конечно же, сейчас я уже вижу довольно много параллелей с Рахманиновым 23-летним и Рахманиновым, который был уже будучи в эмиграции, который приехал в Швейцарию, чтобы построить эту виллу. Тот же самый костюм, что и на фотографии. Большой довольно человек был во всех смыслах. 1,98 м. Николай Бердяев о назначении человека. Дьявол есть ложь и отец лжи. Зло и есть зло только потому, что оно есть неправда. Да уж. Прям что же самое, что ни на есть на злобу дня. Потому что мне кажется, что мы живем все в огромном потоке информации, в которой невозможно отличать, что есть ложь, что есть правда, что есть зло, что есть добро. В мире, где добро называют злом, а войну называют миром, очень сложно найти место для себя. Узнаю эти места. Это моя родина. Это город Нерюнгри в Сибири, в Якутии, который очень-очень далеко от нас сейчас. Холодно, сурово, местами даже природа жестока. Зимой бывает минус 40, бывает в Якутске минус 50. Когда я сравниваю иногда природу Якутии, где я родился, с природой Швейцарии, иногда я думаю о том, что это приятная компенсация, потому что богатство и совершенная какая-то райскость швейцарской природы — это такая полная противоположность природе якутской, потому что, конечно, природа Якутии, она, безусловно, завораживает, она потрясает тебя своей энергетикой, но это такая красота опасная. Это красота, которая тебя может поглотить. И это в прямом смысле физически опасная красота, потому что, конечно, если где-нибудь в якутской глуши зимой в минус 45 замерзнет мотор машины, человек может просто погибнуть там, потому что на ближайшие сотни километров нет ничего. Когда я говорил о теме ветра, о теме
может быть, какой-то метели. Я думаю, что второй музыкальный момент — это тоже своеобразная метель. Это такая, я бы сказал, в какой-то степени безжалостная метель, потому что если посмотреть просто даже в ноты, это просто все черное, потому что так много нот, и это все очень виртуозно, безусловно. Но здесь тоже есть определенное смятение, и оно усилено этим состоянием. Здесь можно услышать эту метель и практически ее вот пощупать. Вот эти завывания делают эти вздохи. Очень на этом контрасте это делает эту музыку очень живой, конечно. Взрыв. То есть это... Очень тревожно. Очень тревожно. Очень тревожно, большое смятение и тоже неопределенность. Детство Рахманинова было далеко не самым счастливым, наверное, можно так сказать. Его родители развелись. И мать после развода переехала в Петербург, после чего, как я понимаю, она впала в депрессию. Вот уже на вилле я прочитал из одной книги о Рахманинове одну цитату, которая мне показалась очень необычной. Он говорит, его родители его мало любили. И мне кажется, что это настолько повлияло на него, что очень многие его современники, которые его встречали впервые, особенно в годы его юности, находили его совершенно неприятным человеком. И очень многие, даже сестры Скалон, с которыми он был очень дружен, они писали о нем, что первая встреча с тобой была ужасная. Я подумала, одна из этих сестер пишет, я подумала, какой неприятный человек. И это так странно, конечно, потому что, возможно, за этой угрюмостью Рахманиновской скрывалась настоящая его личность, его широкая душа. Здесь, когда бываешь и смотришь на вот эти огромные поляны здесь, и представляешь, как можно было прекрасно проводить время с семьей, с друзьями. Есть архивные видео, где Рахманинов со своей семьей чаевничает, где они здесь поют песни или танцуют даже. И это очень здорово. И к нему приезжали сюда многие друзья, в том числе его друг-великан Шаляпин. И здесь можно очень хорошо представить себе эту картину, как два этих гиганта, 2 метра ростом, как они здесь могли по-своему дурачиться, забыть о том, что они оба гении. Шаляпин — это величайший русский певец, певец, о котором слагали легенды. После женитьбы Шаляпина, после его первой ночи с его женой, Рахманинов со своими друзьями поздравили его музыкальным таким перформансом, в прямом смысле этого слова, под окнами, исполнив ему серенаду из ведер, из разных вообще предметов, которые были под рукой. Я могу себе представить, как это было весело, как Рахманинов всем этим дирижировал,
и как это было действительно впечатляюще. Я думаю, что Рахманинов был в кругу друзей очень веселым человеком. Я уверен, что каждый раз, когда он сюда приезжал, он испытывал огромную радость, удовольствие от нахождения здесь. А уж тем более, когда приезжали друзья, когда он мог говорить с ними на русском языке, когда он мог с ними шутить на русском языке. Но при этом, конечно, он пользовался благами, он пользовался теми ресурсами, которые у него были, совершенно заслуженно. И я думаю, что это наверняка ему тоже приносило удовольствие в жизни, потому что эти машины и все, и дома, и все прочее. Ну, что-то мне подсказывает, что на самом деле Рахманинов был бы таким же великим и всеми нами любимым, если бы у него этого и не было. И я думаю, что он бы остался самим собой. Мне кажется, что для него это было лишь приятным бонусом к той несчастной, на самом деле, в историческом масштабе жизни. Говоря о третьем музыкальном моменте, конечно, хочется сказать, что это уже не меланхолия, и это уже самое настоящее размышление о, можно сказать, о жизни и смерти, потому что вопросы, которые сам композитор задает в этой музыке, лично я слышу интонации третьего музыкального момента как вопросительные интонации. Заметен этот контраст, где есть звук, да, где есть звучание, и потом, где нет ничего. И можно представить себе, что это жизнь, и в этой паузе уже нет ничего. И потом это снова продолжается. То есть это огромное количество самых разных образов, которые могут возникать. И дальше начинается самый потрясающий, на мой взгляд, момент в этой пьесе, когда мы слышим просто похоронное шествие в нижнем голосе. И это в этом шествии можно найти даже одну тему, которую Рахманинов часто использует в своих сочинениях. Но сначала я сыграю ее. Если говорить о этой теме, которую лично я слышал здесь, теме Диес Ире, тема страшного, тема гнева, тема страшного суда, которая у многих композиторов ассоциировалась с темой смерти.
да, это тема 3. Это делает эту музыку очень в какой-то степени даже страшной, да, потому что это действительно те эмоции, которые мы испытываем во время игры. Ему, конечно же, хотелось вернуться в Россию, но я могу представить себе и тот страх, который испытывает человек, который уже не знает, что осталось от его России. Как, конечно, когда я приезжаю сюда, в виллу, я очень часто задаю себе вопрос, как бы сложилась его жизнь, если бы он не уехал? Что было бы с ним, если бы он остался в Советском Союзе и в России, потом уже, да, в Советском Союзе, как бы сложилась его жизнь тогда? Сложно, сложно. Я думаю, что скорее Россия была для него таким вот образом, воспоминанием, но я не уверен в том, что если бы он вернулся, что он был бы счастлив в новой России. Сергей Рахманинов покинул Россию из-за революции, из-за красного террора. Он бросил все, потерял все и начал жизнь сначала. Он знал, что дороги домой нет. Я уехал из России в Швейцарию просто учиться. Никогда не считал себя эмигрантом. Но все изменилось 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины. Конечно, я надеялся на чудо, на то, что эта война скоро закончится. Но вот чем дольше, когда уже первый вот этот вот шок и все иллюзии от того, что это скоро закончится, прошли, конечно, в первый же день у меня вот вечером, конечно, меня прям вот так вот накрыло это все. Вот Рахманинов, да? Он же гордился, что он русский, потому что и в той войне, Второй мировой, он поддержал русскую армию. Он, да, его лично эта страна предала, его родная страна, но в целом все-таки было ощущение, что это страна, которая спасает себя и спасает мир. Россия в той Второй мировой войне, она была на стороне добра. А сейчас вот как теперь быть русским? Ты задаешь себе этот вопрос? Что мир перевернулся? Да. Это происходит с тобой? Конечно, со мной происходит. Это, мне кажется, это не может никого не затрагивать. Из русских людей? Из русских людей. Конечно, у меня был период, особенно в самом начале, когда мне было стыдно. Мне до сих пор стыдно за очень многое, что я вижу. Но я даже не могу объяснить это чувство. Каждый раз, когда я вижу беженцев, я вижу, неважно где,
в поезде, в магазине сейчас, напротив людей, которые живут прямо в доме напротив, где я, которые вынуждены были бежать от войны, и я слышу, как они разговаривают по телефону со своими родственниками, друзьями на улице, на русском языке. У меня такие смешанные чувства и эмоции, которых я вообще никогда в себе не замечал. И, ну, конечно же, я не стыжусь того, что я русский, потому что у нас могут много чего отнять. Ну, конечно, у нас не могут отнять то, чем мы дорожим, что для меня лично важно, что для меня действительно по-настоящему в такие моменты любой человек осознает важность искусства, важность просто своего языка, важность ощущения того, что у тебя все-таки есть родина, того, что у тебя есть родные люди, которые тебя любят, которые там. И мне кажется, что сказать, что мне стыдно, что я русский, это все равно, что удалить это все. Все равно, что отречься и отбросить от себя. Мне кажется, это сделать невозможно. Конечно, сейчас, когда моя страна родная, в которой я родился, которая лишила очень многих своих граждан права голоса, не на выборах, а права голоса в принципе, когда от моего имени, как от русского гражданина, да, у меня нету других гражданств, у меня нету других, меня некому защитить, кроме как, по большому счету, своего же государства, когда это делают от твоего имени, это действительно очень большое предательство. Конечно. Ты там новенького нашел? Видела это 18 августа 1934 Синар. Слава Богу. То есть он был, видимо, так рад, что он закончил работу над рапсодией на тему Паганини. Для меня это вообще очень важное произведение, что я с ним заканчивал центральную музыкальную школу, играл его на экзамене. И вообще это одно из моих самых любимых произведений с оркестром. Вообще удивительное чувство увидеть партитуру здесь, за этим столом, где это было написано. Что еще раз отвечает на вопрос, что ты чувствуешь, когда ты приходишь в эту виллу. Вот что ты чувствуешь, что это было здесь, за этим столом. И даже просто постоять здесь уже огромная честь. Сейчас это такие раритеты, да, и мы говорим, что Рахманинов гений. А были в его жизни очень тяжелые периоды. Да, вероятно, речь идет про крах первой симфонии, конечно. Я думаю, что да, это, конечно, это было одно из самых больших потрясений в его жизни. Я не помню, сколько ему было точно лет. Я думаю, что ему было 21 или 23. Он был очень молод. В общем, это было самое начало его карьеры. И в Петербурге поставили, была премьера
премьера его симфонии первой. Симфония была по свидетельствам очевидцев, да, была довольно плохо исполнена. И, конечно, Рахманинов очень тяжело это переживал, и как он сам описывал, что в момент исполнения симфонии он просто сидел на лестнице, зажимая уши двумя руками, потому что настолько это было ему сложно. Это, конечно, очень тяжело, и Рахманинов очень тяжело переживал эту неудачу. Этот кризис пошел ему в какой-то степени в пользу, потому что он не растерял себя, а наоборот нашел в себе силы стать еще большей величиной, стать еще более зрелым в музыке, найти какие-то новые идеи. Очень красивая лампа. Я обратил на нее внимание еще в самый первый раз, когда был на вилле. И, как мне сказали, это подарок индийского махараджи Рахманинова после одного из его концертов. Я думаю, что эта афиша висит здесь наверняка не просто так, а именно после этого концерта этот махараджи подарил Сергею Васильевичу эту лампу. Вообще, это очень интересная, конечно, интересная афиша. Во-первых, потому что очевидно, что это один из его последних концертов в Европе, поскольку это было 11 августа 1939 года, незадолго до начала Второй мировой войны. Это международный музыкальный фестиваль в Люцерне, один из и по сей день самых известных и самых престижных фестивалей в мире. Удивительно, что этот знаменитый фестиваль до сих пор существует на том же самом месте, где выступал Рахманинов. Сейчас на этом же месте стоит новый прекрасный концертный зал, который называется ККЛ, который является мечтой, наверное, любого музыканта. Я ни разу не играл там, но я очень, естественно, хорошо знаю. Это один из самых известных залов не только Швейцарии, но и Европы. Это четвертый. И четвертый музыкальный момент, я бы назвал его своеобразной кульминацией цикла. И недаром он стал одним из самых часто исполняемых произведений Сергея Васильевича. Эта музыка невероятно мужественная. Рахманинов очень мужественный композитор, несмотря на то, что он большой лирик. И когда я играю четвертый музыкальный момент, даже то, как он начинается, какая невероятная энергия и какой невероятный поток энергетический происходит в самом начале пьесы. И вот эти призывные интонации.
это все делает эту пьесу невероятно сильной эмоционально. Она производит невероятное впечатление. И, конечно же, в этой пьесе присутствует и внезапно появляющийся более лирический образ. То есть это полный спектр самых разных настроений, самых разных красок, да, потому что, конечно, это слышно сразу, что композитор был потрясающим пианистом. Я читаю заголовки из советских газет, которые писали про Рахманинова. Рахманинов — бывший певец русских купцов, оптовиков и буржуев. Рахманинов — непримиримый и активный враг советского правительства. Мы говорим «нет» Рахманинову. Это абсурд, конечно. Самые лучшие представители искусства, культуры — в целом и других любых областей были вынуждены покинуть страну. И многие делают это и сегодня по разным причинам. Это ужасно, когда люди теряют свой дом и когда они теряют свою публику, свою аудиторию, для которой они изначально это делали. Я думаю, что он уезжал с очень тяжелым сердцем из страны. После отъезда, спустя какое-то время, Рахманинова объявили предателем-перебежчиком, и я думаю, что он бы еще мог смириться с тем, что его личность, что его персона объявлена таким объектом гонений, но его музыка ведь тоже подверглась, к сожалению, репрессиям, и музыка Рахманинова очень долгое время не просто не исполнялась, она была запрещена. Это вызывает какое-то недоумение, которое переходит в очень неприятное чувство несправедливости, стыда в какой-то степени за то, что с ним сделала его наша общая страна, родина. Для Сергея Васильевича, безусловно, советская Россия, которая была ему в какой-то степени чужда, все равно являлась, безусловно, его родиной, когда фашистская Германия напала на Союз. Конечно, он не мог пройти мимо этой огромной трагедии, этого горя. Он сделал очень широкий жест, он сыграл серию, сезоны целые концертов, прибыль от которых он перечислил на нужды Красной Армии. Я слово «патриот», конечно, в последнее время в какой-то степени чураюсь, потому что это слово приобрело благодаря людям некоторым очень-очень странные такие коннотации, я, к сожалению, его не могу больше произносить, потому что оно для меня искажено очень сильно.
Я предпочитаю говорить, что я люблю свою страну. Но вот патриот, конечно, в самом хорошем смысле этого слова, в том смысле, который, может быть, в который в него вкладывался раньше, в том смысле, который, конечно, Рахманинов был патриотом, безусловно. И я думаю, что это такая важная часть его жизни в Америке, что, несмотря на все, несмотря на ту блестящую жизнь, которая у него была, мне кажется, что такой человек, как Рахманинов, мог бы все отдать, что у него было на Западе, в Америке, в Швейцарии, неважно, чтобы оказаться дома в России, в той России, которую он знал, конечно. И которую он потерял. И которую он потерял, которую у него отобрали, и в которой его заклеймили. Да. Странная у нас страна с тобой. Россия. Загадочная. Рахманинов умер в марте 1943 года вдали от России, вдали от виллы Синар в Беверли-Хиллз. И, к сожалению, он умер, даже не узнав о том, что произошел коренной перелом во Второй мировой войне. Об этом и трудно говорить, и в то же время легко, потому что, будучи здесь, в этом месте, которое было для Рахманинова, пожалуй, таким местом силы, мы все смогли погрузиться в его мир, который он создал для себя так далеко от дома, и посмотреть на всю эту красоту, представить, как будто мы смотрим на все это его глазами, вдохновиться, удивиться, послушать то, что он слышал здесь, и просто получить удовольствие от жизни, потому что жизнь побеждает смерть.
Thank you.